дома очень честный, порядочный человек, который воспитал хороших детей, Гришу, Яшу, Рафика, потом Розочка, Рахматовна, Светочка. Особенность этого дома была в его музыкальности, в его артистизме и сценичности. В те годы, когда зарождались первые ростки советского бухарско-еврейского искусства, было парадоксальным, что дети Лакандовых, Шибаевых, Завулуновых могут пойти в искусство и найти себя в искусстве, потому что до этого времени они все относились к очень высокому такому сословию купцов, дельцов, торговцев, коммерсантов. Но талант – это Божий дар. Талант – это мера высочайшего понимания